Эта пасха великолепна на вкус, а вот приготовить ее может каждый. Готовится она быстро и просто. Тесто для пасхи по этому рецепту получится легким и ароматным. Попробуйте. Часто у меня просто нету времени на готовку, поэтому обхожусь вот такими простыми рецептами. В этот раз приготовление пасхального кулича не стало исключением. Тесто мы приготовим дрожжевое, дополним изюмом или любимыми цукатами. Приступим. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Молоко, 0,5 литра, дрожжи пивные, 50-60 грамм, 12 грамм сухих, мюка, 1-1,3 килограмма, яйца, 5 штук, крупные домашние, масло сливочное, 200 грамм, сахар, 300 грамм, ванильный сахар, 1 штука, пакетик, мускатный орех, 0,5 чайных ложки, тертый, изюм, 0,5 стакана, белок, 2 штуки, глазурь, сахарная пудра, 100-120 грамм, глазурь, соль, 1 щепотка, посыпка, 1 по вкусу, количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!